можешь из него сделать новый мир Твардовского. Же может быть просто рупором новой прессы. Я тебе больше скажу. Это может быть последним пристанищем, так сказать, интеллигентных, честных людей. Да? Нет, секунду. Сейчас мне ничего не говори. Да, нет, это сказать легко. Что потом? Подумай. Я согласен. Что? Я согласен. Можешь не тратить силы. А что ты на меня так смотришь? А как я на тебя смотрю? Я просто очень рад, что ты принял наше предложение. Когда я должен приступить? Да хоть завтра. А статья? Когда должна быть готова статья о самозванце? Первому номеру. От меня еще что-нибудь требуется? Нет. Я ухожу. А знаешь, почему ты на меня так смотришь? Ты думал, что я не способен на подлость, что я не такой, как ты? А я такой. Такой, как ты. Такой, как Парамон. Такой, как все. Теперь я такой. Бери. Я пошел. Деда, да что же это такое-то? Господи ты, боже мой. А что, с дивана что ли свалился? Голову-то не разбил? Не разбил голову-то? Утро доброе. Где? 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 Дома где? Это Нина, это деда. Дура. Ну так понятное дело. Чайку-то выпьешь, деда. Давай чаечку-то. Давай, давай подниматься-то. Давай на диванчик. Вот так вот. Хорошо, хорошо. Давай. Давай. Вот так. Чаёчку-то сейчас держи. Вот так. Держи чашку, я тебе налью. Давай. Вот так вот. Ой, тебя трухает-то. Ой, деда. Шестой день. Давай уже все, ладно? Все. Хватит. Все. Больше не спроси. Правильно. Давай, чайчик. Сегодня какое число? Сегодня 20-е. Вот с 20-го все. Все, вот все. Молодец-то, вот молодец. Все. Ой, а то мне у тебя по делу спросить надо, понимаешь, а я не могу никак, а. Можно спросить-то? Или еще чаечку? Нет. Все, хватит, да? Нет, что ты хочешь спросить? А, спросить, ты знаешь, вот мне на прием-то идти, вот ты мне платье купил, да? А вот что-нибудь к платью, вот покупать-то не надо, но ты мне обещал бабушке на драгоценности показать. Помнишь? Прости, я что-то ничего не могу понять. А бабушкины драгоценности ты мне обещал показать, помнишь? Да. Они где? Я не знаю. Не знаешь? Что ты меня трясет очень. А, да я понимаю, уж деда. У Маши. У Маши, да? А ты не помнишь, да? Да жалко, конечно, что ты это не помнишь, да? Жалко, меня трясет. Да, а ты полежи, да? Полежи, деда, давай. Как жалко-то, да, что ты не помнишь-то, а? Жалко, конечно. Давайте накрою. А коньячку? Коньячку? Нету. Вот, деда, тебе коньячку. Ну, да, да. Хорошо, ладно. Тогда я буду спать. Давай. Так, все. Не помнишь, да, деда? У Маши спроси. У Маши. У Маши спроси. У Маши. Маши. Я сама посмотрю.
О! Че это ты? А? Че это? Зачем? Зачем? Ну, хотела посмотреть, думаю, мало ли, может, помыть надо там, да? Что-то там протереть. Сама помою. Угу. Это зачем? Ага. Хозяйка тоже мне нашлась. Положи все это на место. Хорошо. Расхозяйство. Ладно. Здравствуйте. Здрасте. Вы у меня вещички не посмотрите? Конечно, посмотрим. Тут на вас гораздо приятнее смотреть. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Смотрите. Правда, красивые? Очень. Молодой человек, который вам все это подарил, у него, конечно, вкус есть. Денег только нет. Почему? Все это очень красиво, очень элегантно. Только, знаете, это ведь не золото. Как? Вот. Ну, это же не изумруд, хотя очень похоже. Это не изумруд. А в целом все это стоит недорого. Недорого? Копейки. А еще писатель. Хотя очень красиво. Ну, дед. Как? Тебя не смущает несколько канцелярский стиль? Ну, как же он канцелярский? Просто, добротно, мне нравится. Ты готов покупать мебель в съемную квартиру? А ведь ты не это хотела сказать. Ты хотела сказать, а вдруг у нас ничего не получится? А вдруг мы не сможем жить вместе? А вдруг мы разойдемся? Зачем же тратить деньги на мебель? Может быть, стоит немножко подождать? Ты ведь это хотела сказать. А я не хочу черновиков. Я хочу все делать набело. Как скажешь. В конце концов, это будет наша первая общая кровать. Привет, Рума. Привет. Че, денег достал? Нет. А Шурку выгнал? Нет. Ну, до свидания. Ну, чего пришел? Да не хватает. Ой. Знаешь, чего тебе, Рома, не хватает? Мозгов в голове. Что ты хочешь? Ну, ладно, давайте по десятому кругу побежали. Ну, я тебе денег просила достать? Просила. Ты достал? Не достал. Я насчет Шурки предупреждала, ведь говорила. О, Рома!
Рома, я с кем сейчас разговариваю? Ну, интересное дело, ну с кем я разговариваю-то? До свидания. А я железо ела. Леонид Владимирович. Часы нравятся? А ничего, между прочим. А ты Петь сказала? Нет, он уже не президентский. Ну да. А знаешь, мне бы хотелось, чтобы ему было дома уютно, чтобы он в первую же пятницу пришел. Не и так. Вот так развалить. Отдай. Давай-ка ему, знаешь, что купим? Велосипед. Зачем? Ездить будет? Да. Он же не умеет. Давай мы лучше купим ведерко с лопаточками. Какой ведерко? Он же здоровый мужик. Зеленое. А, зеленое. Давай зеленое. Ну что, ты так и будешь сидеть и ждать, пока твой ребенок станет чужим человеком? Так уже недолго осталось. Леня! Леня, Леня! Так нельзя! Ты превращаешься в тряпку. Ты должен бороться, будь мужчиной, поговори с ней. Пусть она отдаст ребенка. Я буду жить с тобой, я буду помогать, у ребенка сохранится дом. Аня, ты мешаешь мне думать, уходи. Леня, зачем ей ребенок? Зачем? Только лишняя обуза. Ей же жизнь нужно строить новую, новую русскую. Опять же, новому мужу зачем чужой ребенок? Ему своего захочется. Может быть, даже двух. Деньги есть, вполне можно позволить себе размножаться. Леня, ну сделай что-нибудь. Ну сколько можно прятаться за чужие спины? Леня, надо повзрослеть. Я уже сделал. Что? Что ты сделал? Скоро узнаешь. Скоро все узнают. Леня, что ты делаешь? Начинаю взрослеть. Перестань, мне больно! Ничего, скоро легче будет. Позвони мне. Леня, но не рано. Я хочу выспаться. Что значит выспаться? Надо что-то нет делать. Нет такого слова надо, понятно? Нет. С сегодняшнего дня я буду делать не то, что надо. А то, что я хочу. Нина! Нина! Мишка. Привет. Ну, чё деньги. Это? Откуда? Достал. Чё, медаль, что ли, продал? Я душу продал. Ой, ладно тебе, о чём говоришь-то? И вот еще. Когда тебе дату операции назначат, ты мне позвони. Я приеду. Ты телефон не забыла? Нет, я все помню. А я стараюсь забыть. Получается? Плохо. Ой, Мишка, душа у тебя золотая, за мою бы столько не дали. За мою бы тоже. Продавцов навалом, покупателя раз-два общался. Повезло. Слушай, знаешь что? Давай я тебя в кафе приглашу. Тут за углом такая кафешка очень замечательная. Пойдем. Нет, я на автобус опаздываю. А я тебя провожу. Ну, давай вначале в кафе, а потом на автобус. Давай. Ой, ты знаешь, там чего варят? Там варят глинтвейн.
А чего такое? А это вино, вино, корица, еще сахар. Чего? Знаешь, как компот. Ну, как компот. Ну, у вас в Москве. Да ладно. Клинтвейн. Можно? Не забыли еще? О, неужели, дорогая, вы думаете, что вас можно забыть? Как всегда прекрасны. Сегодня лучше, чем обычно. Да, действительно, лучше обычного. Еще как? Паспорт давайте. Чьей? Завещателя. Ну, Тигран Георгиевич, ну раньше-то не могли сказать, ей-богу, ну слов не было, да? Да мне нужны паспортные данные завещателя. Понимаете? Вон там, в приемной, на каждой стене написано, что все нотариальные действия совершаются исключительно по предъявлении паспорта. Где я его возьму? А я знаю, где я его возьму. Вопросов нет. Ну, давай. Выпьем сейчас. Давай, хочешь хорошее вино. Вино блестящее. Давай. Ты же запрещал прием пищи на рабочем месте. Я запрещал прием пищи на рабочем месте, но в рабочее время. А сейчас что за окном? Ночь. Поэтому можно. Это правило создано для чего? Чтобы их нарушать. Мы обмываем твою сумасшедшую зарплату. Давай, Сашкин. Ромка. Спасибо тебе. Ешь, это очень вкусно. Пока горячее. Вредно знаю, но вкусно. Саша, мне очень жаль, но я должен тебя уволить. Ты знаешь, в агентстве сейчас очень трудная ситуация. Финансирование закрыто. И клиенты разбегаются. Да вообще сейчас никто не хочет вкладываться в рекламу. У меня нет другого выхода. Понимаешь? Но это еще не все. Я получил сегодня телеграмму от родителей. Они возвращаются. Я тебя поздравляю. С чем? С родителями. Просто тебе придется съехать. Мы же не можем вместе. Ходить на работу. Твоя гигантская зарплата уже у тебя в сумочке. Это, Ром, это все серьезно? Да, к сожалению. Давай выпьем. Вино хорошее, давай выпьем. Сань, не обижайся, ладно. Спасибо тебе, Рома, за твою честность. Спасибо. Милочка, да? Позови ко мне Марину, пожалуйста. Уже идет. Звал меня?
Садись. Скажи мне, деньги по этому контракту пришли? Да, деньги. Плохо. Почему? Я наводил справки. Это банк, аффилированная фирма Парамонова. Ну и слава богу. Ха, нет. Он мужик верный. Уж если обещал меня не оставлять в покое, то значит не оставит. Причем, знаешь, если бы хотел просто убить или покалечить, давно бы уже это сделал. А раз тянет, значит, что-то серьезное задумал. Ох, боюсь, если Парамонов меня будет, мне не выплыть. Здравствуйте, а будьте добры, Нину. Ой, извините, пожалуйста. Добрый вечер. А, да, Нину. 2976134. Нет таких. Простите, а вы уверены? Вахта палеонтологического музея, извините, пожалуйста. Пожалуйста, трубочку, если ты дома. Рома. Рома, это Саша говорит. Ром, я тебя очень прошу, пожалуйста, позвони мне в любое время, когда бы ты ни появился. Мне очень нужен телефон Нины. У меня тут что-то неверно записано. Рома. Рома, я тебя очень прошу, пожалуйста, позвони мне в любое время. Да ты что? Это же я, Нина, деда. Деда, да что ты делаешь-то? Ну, дедунюшка, ну не надо. Да. Сядь, да. Вот так вот. Ложись. Деда, дай мне, да. Стой.
Пойдем, я покажу тебе. Вот, смотри. Вот это вот твоя комната. Нравится? Угу. А это кровать. Здесь ты будешь спать. А ты? Пойдем, покажу. Сюда. Вот. Здесь буду спать я. А еще у нас будет общая комната, где мы будем смотреть телевизор, играть в разные игры. В какие игры? В какие? Пойдем покажу. Ты знаешь, дядя Костя, столько тебе подарков купил, еле дотащили. Садись. Смотри. Машина. Машина! Но это еще не все. Смотри, вон, все. Проход. Что-то там цепляется, будешь собираться. Какое чучело. Смотри, нравится? А это коробка. Это будем завтраки носить в школу. Потом с ней разберемся. Тише. Пистолет. Ну, тут, конечно, батареек нет. Встаем. А вот смотри, ведро. Вот это зеленое ведро купила тебе я. Нравится? Скажешь дяде Косте спасибо? М? Нина, это я. Я сделал все, как ты просила. Да, да, я выгнал Сашку из дома и уволил ее с работы. Честно говоря, никогда в жизни так погано себя не чувствовал. Я думал, что ты... Что? Она просила меня дать номер твоего телефона. Она неправильно его записала. Она просила, чтобы я дал ей твой телефон. Нет, я не дал. Когда я тебя увижу? Когда я увижу тебя? Это я понимаю. Ну, подожди. Нина, когда я увижу тебя, скажи мне... Во-первых, не надо кричать. Надо сказать, когда мы увидимся. Нина! 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 Удобно тебе? Да. Да? А ничего не хочешь мне сказать? Какой ночь? Все? Ну хорошо, все. Спи. Заснул. Он сам засыпает. Должен ли поцеловать, покрыть и уйти. А я тоже так хочу. Ну да. Ты хочешь, чтобы я тебя укрыла и ушла? Я хочу, чтобы ты меня поцеловала. Поцеловала? Ну, пойдем. Танюшка, может, пойдем спать? Я не хочу спать. Спать и не обязательно. А что обязательно? Ну, мне же не столько лет, я же не Говоров. Оставь его в покое. Все, оставил. Оставил. Ну, ты мне объясни.
Ну, я все понимаю. Я понимаю, когда сын был в тюрьме, и я к тебе не приближался. Ну, я понимал, ты на взводе. Ну, а теперь-то что? А ты что, считаешь, что все кончено? Танюш, ну, во всяком случае, для нас-то, да? А для тех матерей, у кого дети в тюрьме сидят, из-за меня сидят, для них что, тоже все кончилось? Я на улицу выйти не могу. Я же тебе не предлагаю на улицу идти. Запремся в спальне и задернем шторы. Извини. Ну ладно, что там извини. Вы отдышитесь. Ага. Спокойно перечитайте. Сверьте все паспортные данные. Потому что потом переделать будет уже очень и очень сложно. Ну, Тургенева Мария Степановна, 39-го рождения. Поработавший в моем доме. Ну, да. Подпись, число. Вот правильно придумали, что число прошлогоднее. Я как чувствовал год назад, свободную строчку в реестре оставил. Ну, надо же. Прям с таким даром предвидения и на свободе. Ну, поздравляю. А вот такой юмор я не люблю. Да ладно вам. Ну, я к вам бежала, прям ужарилась я. Скажите, Ниночка, а этот Говоров, он не родственник тому, который писатель? Что вы на меня так смотрите? Вопроса не поняла. Я говорю, этот Говоров, он не имеет никакого отношения к совести нации. Или, может быть, однофамилец? А, по-моему, тут-то помер. Да на днях видел по телевизору. Выступал как живой. Хотя, может, и смонтировали из старого. Скорее всего. Аня, так, я там. Ты далеко собралась? Я спрашиваю, собралась далеко? Как получится. А поточнее? Гриш, если меня долго не будет. Значит, за старое. Ты что, не понимаешь, Тань? Ты не понимаешь, да? Если ты только пикнешь, они упекут нашего парня. А суда ведь не было, между прочим. И даже не думай. Никуда я тебя не отпущу. Будешь сидеть дома. У нас теперь все будет по-другому. Будет настоящий порядок. Самый что ни на есть домострой. Договорились? О, здесь никого. Прошу вас, проходите сюда, садитесь. Значит так. Да. Есть договора, а есть договоренности. И мне обещали, что раньше, чем через 3 месяца, деньги не понадобятся. Да, мы обещали, я не отказываюсь. О, хорошо, что не отказываетесь. А зачем мне отказываться? Может быть, у вас тут жучок стоит. Знаете, вещь в бизнесе очень даже полезная, особенно если ведешь секретные переговоры. А при чем здесь жучок? А вот при чем. У нас изменились обстоятельства. Да, и то, о чем мы договаривались раньше, теперь не имеет никакого значения. У нас есть договор, письменный договор. Это документ, и мы просим вас все исполнить. Нет, погодите, погодите, погодите. Но ведь по этому договору я должен буду отдать все, если не верну кредит. Конечно, нормально. Это нормальная практика. Нормальная практика кредитования под залог контрольного пакета акций. Но
ведь все мое дело стоит и несколько раз больше. Вот отлично. Вот отлично. У вас есть завтра целый день, чтобы попробовать продать все свое имущество. А иначе мы просто опишем его, и вам уже нечего будет продавать. Зачем вам это надо? Бизнес. Бизнес, ничего личного, поверьте. Ведь это же подло. Подло. Вот что я вам посоветую. Вы сейчас отдохните, и вечером обязательно посоветуйтесь с женой. С какой еще женой? С какой? У вас это что, несколько? Посоветуйтесь, посоветуйтесь с женой. И, честно говоря, мне кажется, у вас все еще наладится. До свидания. Я курьер. Здравствуйте. Это билет вам привез. Вот. Угу. Возьмите. Пожалуйста. Угу. Вот здесь распишитесь. Пожалуйста. А когда поезд? А, так вот, написано же завтра. Как завтра? Я же обещал сегодня уехать. Но у меня вот заявка написана на ближайший поезд 10 минут. Ну, где же мне сегодня-то? Да не волнуйтесь, вы можете на вокзале посидеть в зале ожидания до отправления поезда. Здесь, да? Угу. Ну, спасибо. До свидания. До свидания. Привет. Как дела? Тружусь. На Ниве литературного доноса. Ой, ну ладно уж. На Ниве литературного доноса. Ты несешь людям правду. Слушай, Тихон, а зачем тебе эта статья? Ну, как зачем? Хочу тираж поднять. Это же мой журнал-то. А журнал тебе зачем? Журнал зачем? Видишь ли, комплексы замучили. Хотелось бы, наконец, побыть интеллигентным человеком. На книжке почитать-то. Поруководить. Вы ведь меня с Парамоном-то с самого детства сам знаешь, за кого держали. А я теперь твой начальник. Мы тебя с Парамоном держали не за то, что ты книжек не читал, а за то, что... Ну, ты меня понял. Не. Кстати, а какие у тебя дела с Парамоном? А как дела? Нормально. Расплевались. Ну ладно, гражданин начальник, мне работать надо, ты меня отвлекаешь. Ну какой я тебе начальник? Я твой школьный товарищ, Бель. А, да. 30 лет такой товарищ. 35 вместе со школой. 35. Да, как подумаешь, что впереди меньше, чем сзади, становится хреноватым. Да уж. А знаешь, я, пожалуй, никого и не вспомню вот так вот по лицам из нашего класса. Ну ладно, пойду я. Кстати, а как ту девчушку звали, ты не помнишь, которая из-за Парамона, ну, с собой покончила? С собой покончила Оксана. При чем здесь Парамон? Мне всегда казалось, что она в тебя влюблена была. Ну ладно, Тихон, мне действительно работать надо. Угу. Слушай, скажи, а что там за письмо-то было, которое ты сжег? У нее же папаша большой человек сейчас. Да.
зампред в администрации. Это как в ЦК в свое время, знаешь? Тихо, ну ладно, хватит байки травить. Ну... Ты хочешь, я действительно ничего не успел? Не-не, давай, работай, работай. Все, пошел. Да, кстати, я в редакции всем оклады удвоил, а твой остался без изменений, как ты просил. Очень тебе благодарен. Все, пиши давай. Да, лично. У меня к вам просьба такая. Ленечка у нас в нашем деле человек новый. В литературоведении, в администрировании вещи, мягко говоря, разные. Поэтому я очень прошу, приглядывайте за ним. Хорошо? Во всех смыслах. Во всех смыслах? Да, мне нужно, чтобы вы ежедневно делали копию диска его компьютера. Вы вообще понимаете... Что вы мне предлагаете? Что? Вы понимаете, что вы мне предлагаете? Да, лично. Я вам не предлагаю. Я вам приказываю. Это вам ясно? Ну, в общем, можете меня уволить, но я этого делать не буду. Знаете, почему будете? Потому что вы очень хотите, чтобы вашего сына через месяц не отправили на Кавказ. Да. А я могу посодействовать тому, чтобы он избежал этой отправки. Больше того, я могу сделать так, что его вообще комиссуют. Я это сделаю. Ну? Мы договорились? Дарья Ильинична, вы мне не поможете с компьютером? Я первый раз, он мне что-то тут такое устраивает. Что случилось, Леонид Владимирович? Да я хотел распечатать. Ну, вы просто случайно нажали не ту кнопку. Так, положите руку на мышь, нажмем отмену. Ага. Теперь стрелочку выше, нажмем еще раз. Вот. Нет, на это меня никогда не получится. Ну, что вы так просто? А потом у вас всегда есть я. Ну, вот на вас все и надеюсь. Я постараюсь оправдать. Девочка моя, иди сюда. Иди, внученька. Иди, не бойся, слушай. Тут вот такой парадокс. Смотри, деньги есть деньги. А выпить нечего. Алексей Степанович, это вы? Ну я, на тюрлик я. А что же это вы здесь-то? Ай, не там, там душа. На, возьми, купи. Вот здесь, ну возьми. Вот здесь рядом магазин, здесь. Купи вот тут, только такую. Возьми для сравнения, чтобы не забыть. А я тебя буду здесь ждать. Да ну, хорошо, я забыл. Внученька, ну, я тебя прошу, ну, там, закусочки какие-нибудь всякие. Ну, это ерунда. Ну, я тебя прошу. Хорошо. Я тебя буду здесь ждать, девочка. Хорошо. Здесь. Слышишь меня? Ля-ля-ля-ля-ля. Ах ты, бедняжка, сказала мышь, можешь жить у меня. Только помогай мне с уборкой, рассказывай по вечерам сказки. Однажды в гости к мыши пришел богатый сосед, крот. Он был очень важный. А дальше? Петь, а что сказал дядя Костя, когда звонил? Я же тебе говорил. Он сказал, что придет поздно. А во сколько точно, не сказал? Он был очень важный. Через некоторое время, поливая мышь по секрету, шепнула Димочке, что крот хочет жениться на ней.
Но Дюймовочке совсем не хотелось становиться женой крота. Скажи, пожалуйста, у тебя с ней роман? Не понял, с кем. Сам знаешь, с кем, с Сашей. Что за бред? С чего ты взяла? Добрые люди сказали. А добрые люди не сказали, почему я ее выгнал, если у меня с ней роман? Потому что она беременна и должна лично сохранить. Бред. Бред. Ты совсем голову потеряла. Детский сад какой-то. Не знаю, с тех пор, как она появилась, ты совершенно перестал у меня бывать. Даже здороваться забываешь. Привет. Что привет? Ну, ты же говоришь, что я с тобой не здороваюсь. Вот я и здороваюсь. Ты сегодня уже здоровался. Это за завтра. Ну, знаешь... Я могла бы быть хорошей женой. Готовлю я прекрасно, ты же знаешь, зарабатываю в два раза больше, чем ты. А если тебе мешает Юлечка, то я могла бы договориться с мамой, она могла... Стоп, 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 стоп. Обратная перемотка. Все не так, Наташ. У тебя был нормальный служебный роман. Извини за каламбур. Хорошее средство для повышения гормонального фона и скрашивание рабочего дня. Ты же говорил, что любишь меня. Да, говорю. Правду говорю. Что можно говорить женщине, с которой так долго и... Ну, и так близко. Зачем тебе нужно? Ну? У тебя просто кризис среднего возраста. Ты нормальная, крепкая, здоровая семья. Муж умница. Дочка красавица. А я бездельник, бабник, циник, лицемер. Я вообще никакой. Зачем я тебя... Наталья Ивановна, к вам пришли из Эр-сервиса. Попросите, пожалуйста, чтобы подождали. Я скоро освобожусь. Хорошо. Мы с тобой не сможем работать вместе. Это уже шантаж. Не надо судить по себе. Ну да. Способный на все, всего страшиться должен. Я уже договорилась с Аргусом, они могут взять тебя к себе. Меня в Аргус? Издеваешься? Я просто не хочу быть средством для повышения твоего гормонального фона. Просто хочу тебя не видеть. Да. Нет. Нет. Давайте завтра. Ну? Ну, что ты уставился на свои тапочки? Ты их не видел никогда? Ну, говори, зачем ты все это затеял? А? Зачем ты сказал дяде Косте, чтобы он ждал меня у магазина? Я тебя спрашиваю. Ты чего молчишь? Отвечай, когда тебя спрашивают. Марина! Все! Мое терпение лопнуло. Костя, дай мне, пожалуйста, свой ремень. Сейчас я устрою ему. Можно тебя на минуточку? Сейчас. Чтобы к моему возвращению
Ты подготовился. Зря ты это. Ничего подобного. Такие вещи нужно пересекать сразу и строго. Он соврал. Соврал тебе и соврал мне. Ну, ничего страшного. Вот он, в конце концов, пострадал больше я. Мне и выбирать меры наказания. Хорошо. Что ты предлагаешь? Купить ему еще одно ведро. Вас слушают. Добрый день. Моя фамилия Бельский. Я бы хотел поговорить с Алексеем Степановичем. Я бы тоже хотела. А его что, нет? Нет. А когда? Не знаю. Он вам что, назначит? Я себе сам назначу. Ой, молодец, вот молодец. Ну, это то, что надо. Вот это все, что надо. Я вот еще и поесть принесла, нельзя же только пить. Надо бы и запустить что-нибудь. Давай. Ну, раскидывай давай шатры. Пить будем, гулять будем, а смерть придет, и помирать будем. И ты со мной выпьешь. Алексей Степанович, я не пью. Алексей Степанович. Ты что, меня не уважаешь? Алексей Степанович. Ты меня не уважаешь. Ты меня... Ну, пей, говорю. Не бойся. Пей. Алексей Степанович, может, и вам не надо бы больше, а? Надо. Ну? Алексей Степанович. Я Бельский. Вы меня помните? Да помню. Садись. Критика подваливает. Сейчас начнем обсуждать тяжелое положение отечественной литературы. Ну, давай. Ну, с кем вы? Держи! С кем вы, мастера культуры? Молодец. Давай-ка по второй. Алексей Степанович, надо поговорить. Ну, поговори, кто тебе мешает. Дело личное. Это свой парень. Она считает для меня как дочь. Вернее, внуч. Да я могу. Ты не можешь.
Ну что, талантливо. Мне говорили, что вы хороший критик. Я тут чувствую настоящий талант. А это надо обмыть. Алексей Степанович, ну что мне делать? Что делать? Что делать? Что делать с хорошей статьей? Печатать надо, все. А как же вы? Ай, хуже не будет, бери. Да о чем вы? Ты не знаешь, что такое всю жизнь бояться. Всю жизнь. Давай. Дотяну до Новодевичьего. Слава богу, немного осталось. Проклятая судьба. Не уходи. Не уходи. Что эти мацуры? Да-да-да-да. Ну, твое здоровье. Ты, профессор, ты... Профессор, ты не спи. Замерзнешь? Ай, чем лучше. Матерь. Одним графоманом будет. Нет, ты не графоман, а ты у нас гений. Я ничтожество. Да нет. Ну, без фантазии. Ты волк, ты акила. Я не ты волк. Ты для того, чтобы вовцы не спали. Ага. Я не волк, не я шакал. Да. Сам ничего делать не умею, вот и шакалю. Чужие объедки подъедаю. И не будите меня, я не хочу просыпаться. Слушайте, вот. Я больше за водкой не пойду. Не за водкой. Отвези его. Я не могу. Прости меня. Но я не могу. Отвези его. Тише. Я же гусар. Послушайте, не спите, пожалуйста. Что же это такое? Ну, подождите, ну, пожалуйста. Ну, вставайте вы. Я шагал. Обмакайтесь, да?
пожалуйста, чем мне помогать? Я прекрасный друг. Я вот сейчас. Да уже нашли. Так, вот они. Я, вот они. Ключики наши. Только вы не падайте, пожалуйста. Что, слушай, ты же моя дверь. Дайте я попробую. Я знаю один хороший банк. Я все в порядке, все нормально. Я нормально, я уважаю все. Дайте, я вам помогу. У меня все, я сам, я... Дайте. Слушай, а что у меня это за мух? Мокрое, а? Да в лужу встали, забыли. А, в лужу? А, да, не, я помню. Она там росла. Ну, давайте ножку. Да, ага. Я обожаю профессионалов. А я с вами обязательно будем играть в панки. С вами? А? Что с вами? Все в порядке. Господи, напугали-то как, а? Милочка, да? Когда Марина вернется, скажи, что я пошел обедать. Буду через полчаса. Хорошо, Константин Петрович. Приятного аппетита. О, простите. Да нет, это вы нас простите. Но пришла пора возвращать деньги. Ну, я же сказал, деньги будут через пару месяцев. Но это очень большой срок. Может так случиться, что деньги будут, а вас уже нет. Вы мне что, угрожаете? Упаси Бог. Я вам просто совет хочу дать. Попросите у тестя. У него есть. Через 2 месяца отдадите. Он мне больше не тесть. Нет, вы узнаете. Может, все-таки еще тесть? Ань, это я. Слушай, у тебя есть ключи от нашей квартиры? Есть? Ага, хорошо. Да, я свой где-то потерял, да. Да нет, ничего страшного, я дверь захлопну, а вечером возьму твой и сделаю дубликат. Да, ну да, чтобы я без тебя делал, да. Да, это счастье, что у меня есть ты. Нет. Нет, больше ничего не потерял. Слушай, я свои любимые ботинки не могу найти, а? Ну, да. Да, слушай, ну на кой черт Марине мои ботинки, ну? Ну ладно, все, я опаздываю, да. Ладно, давай, вечером позвоню, давай. Тебе нельзя не показываться в таком виде. Почему? Тише ты. Снимай куртку. Американская? Нет, немецкая. Мой отец уже... Деда, а тебе это кино нравится? «Богач бедняк». Ага. Ну, книга, конечно, лучше, но для первого знакомства. Я ждал возможности неплохо поговорить с вами наедине. А у нас эта книга есть? Да где ты там в библиотеке поищи? У нас. На автобус. А дай мне ее, пожалуйста, почитать. Ну, Нечка, ну, поищи, я не помню, где лежит. Ну, деда, а вдруг я не найду? Но по субботам я ужасно занята. Найдешь. Я понимаю, девушке не стоит показываться в компании цветного парня.
Сегодня я простой солдат. Очень вкусные бублики. Кушай. Не надо, мне пора домой. Привет, хорошая выпивка. Если я сейчас закричу, мне не хорошо. Ну как вы можете? Я не буду меня, хорошо. Сейчас пока я увижу, что меня друг другому Деда, ну я же говорила, не найду, не нашла. Господи, да дай ты Алексею Степановичу посидеть спокойно. Только-только человек выздоровел. А я, может, почитать хочу, так? Я принесу. Ой, не надо, тетя Маша, мне не надо. Сядь. Я найду. Деда, я правда искала и слева, и справа. Вот. На видном месте лежала. Ой, спасибо, ой, тетя Маша. Я подыму, подыму. Ой. Я все подыму, подыму, подыму. Я. Алло. Алло. Тебя. Деда, тут какая-то бумажечка. Я передам. Ой. Алло. Тетя Маша! Тетя Маша, я же сказала меня к телефону не звать. Чего ты звонишь? Тетя Маша! Зачем вы меня к телефону позвали? Я же сказала тебе, вообще не звони сюда, чтобы ты сдох вообще, понял, да? Тетя Маша, не зовите меня больше к этому телефону. Да что с тобой? Что произошло? Смешно. Ты чего? Мария! Ну, дрянь! Что ж ты сделала так? Я спрашиваю, Маша, я тебя спрашиваю, что происходит? Это ж новый аппарат теперь покупать надо. Вот, ты совсем с ума сошла. Что ж теперь делать-то, я не знаю. Ромаш, я морду намазал. Ты станок выкинул, что ли, свой? Нинка ведет? Что случилось-то? Она сказала, чтобы я сдох. Ну, это плохая примета. И что, собираешься выполнять указания? Чего? Ну ладно, давай, собирайся. А ты не рано начинаешь? Нормально. А как же выставка Серов, Брилов, портрет незнакомки? Я уже познакомился с одной, с меня хватит. Все. Понял, значит, мы никуда не идем. Тогда, товарищи. Перебьешься. Едва ли. Дадите водички мне помыть, да? Спасибо большое. Я хочу видеть Петю. О, привет. И тебя. Сейчас, сейчас. Ну, Петьку будешь видеть, а меня реже. Сейчас, еще чуть-чуть. Спасибо. Все, я думаю, назначу. Давай договоримся с тобой по классической схеме. В субботу его забираешь, а на целый день. В крайнем случае на два дня. Но это через продон. Я, ей-богу, не хочу сделать вас проблемой. По-моему, это был самый конструктивный разговор. И самый короткий. О, да, Бельский. Говорят, ты стал большим начальником. Может, я рано от тебя ушла? Ты теперь перспективный жених. Откуда такая информация? От твоей сестры. Ей понадобилась книжка, которую она мне дала лет 5 там назад. Я не просил. Но зато ей очень хотелось, чтобы я пожалела, что ушла от тебя. Ты пожалел? Правильно сделал. Я ушел из журнала. На повышение? Министерство культуры? Марин, вернись ко мне, а? Прожить всю жизнь с одной женой скучно. Но вопрос установки. Не поняла. Твоя бабушка разошлась с твоим дедушкой? Твоя мама разошлась с твоим папой? Вы же плодите себе подобных. Вы передаете друг другу установку на то, что прожить всю жизнь одной семьей невозможно. Что не избежать развода. И главное, не оказаться на бабах. Нужно первым найти себе следующего супруга. Нового. Вот это наезд. Я люблю тебя. Я знаю. Это все, что ты мне можешь сказать? Так, ну, о Петьке мы с тобой договорились. А, я забыла ключ тебе отдать. Оставь себе. А что ты так плохо выглядишь? Простыл.
понимаешь, я из-за нее Сашку выгнал. Я никогда в жизни себя такой сукой не чувствовал. За что? Нет. Вот когда женщина тебя бросает, это ужасно, но не совсем. Не хреново. А вот хреново, когда отпустить не хочет. Вот когда хреново, когда. Ларуш Фуко. Камю Эжен. Ну да, выпьем. Выпьем. Знаешь, за что? За любимых нами. И за любящих нас женщин. И за то, чтобы... За то, чтобы то и другое совпадало. Хотя бы иногда. Люблю ее, дуру. Нинка не дура. Нинка хочет своего нового, клевого русского с катером. По машиной. Порш серебрист. А тебе жениться вот это так. Обязательно надо, вот. Да. Надо жениться, ты прав. Прямо сейчас надо жениться. Сейчас. 2, 8, 7. Алло, Наташа, это я. У меня две новости, одна плохая, другая хорошая. С какой лучше начать? Я напился. Хорошая? Ну, значит, теперь вторая. Значит так. Мужа к черту. Юльку к маме, а сама ко мне. Сама ко мне. Поняла? Да. Я целую тебя. Угу. Отбой. Ты сам понял, вот, что сделал сейчас? Сам. Ты вот завтра и не вспомнишь, а ты бабе предложила там жизнь свою поломать. Одной сломанной жизнью, больше, она меньше. Какая разница? Это не трудно? Нет, ну что вы, это очень просто. Сделайте, пожалуйста. Да, сейчас. Ну, это же ваша статья. Да, я в курсе. Она что, разонравилась вам? Считайте, что так. Ну, для того, чтобы написать новую, совершенно не обязательно уничтожать старую. Делайте то, что я прошу. Ну... Я жду. Все. Это невозможно восстановить? Нет. Отлично. А вы что, собираетесь писать новую статью? Новой статьи не будет. Я ухожу из журнала. То есть как уходите? На чье имя я должен писать заявление? Ну, на имя главного редактора. А, то есть на свое? Ну и прекрасно.
Я могу идти? Да, спасибо. Что здесь делаете? У вас документы есть? Ну, покажите. Показывайте, показывайте. Клинишма, это где такое? С какой целью прибыли в столицу, Александра Вячеславовна? Пройдемте в отделение, разберемся. Вот его заявление. Он на словах ничего не передавал? Нет. Идиот. Он что, все стер, что ли? А он стер все, что он написал. Ну, а копии? Вы сделали копии? Поздравляю. Вы сегодня совершили удачную сделку. Спасибо. Сделки с совестью удачными не бывают. Парамончик, новости хорошие есть. Он в бассейне. А, и ты, блудный муж, вернулся. Недолго ты гулял, надо сказать. Ты заебайся-то, заткни. Стоп, я сказал! Тебе чего здесь надо? Ты к кому пришел? К Тамаре или ко мне? А, что, крыша едет, а? У женек. Пошли вы все. Вот и иди. Засуетился. Ну ладно, ты-то охолонись. А что я? Не сходи с ума не сходи. А что ты успокоить? Да черт с ним, господи. Сядь, расслабься. Расслабься. Да угомонись, не обращай внимания. Совсем с ума сошел. Ну, с ума сошел. Бабушки. Ладно, что у тебя хорошего? Дискета со статьей Бельского.
Ленька, сломался-таки. Чудес на свете не бывает. Так хотелось верить. Леонид Владимирович, я ваши ключи вчера случайно унесла. А вы? Я Саша. Нас Алексей Степанович познакомил. А, да. Помню. Ну, это очень мило с вашей стороны. Ну, вы позвонили, я бы... Да. Ну, проходите, а то неловко как-то. Минуточку. Так, что за черт? Сначала ботинки куда-то убежали, теперь тапочки. Ну, проходите. Вы случайно не это искали? А откуда это у вас? Да они у вас мокрые были. Я их с вас вчера сняла и на кухню поставила, под батарею, чтобы просохли. Вы снимали с меня ботинки? Да. Ну, теперь я как порядочный человек обязан напоить вас чаем. Сейчас мы с вами будем пить чай. С вами? Вчера мне казалось, что вы были со мной на «ты». Зачем мы перешли на «ты»? За это нам и перепало. На грош любви и простоты, а что-то главное. Слушайте, вы же из провинции, откуда-то из глубинки, да? Из глубины веков звучит почти магически. Из глубинки вообще не звучит, прошипел Порфирий и провалился сквозь землю. Рогозин. Вы читали Рогозина? А вы что думаете, за пределами Москвы люди вообще книжек не читают? Нет, вы не обижаетесь. А где вы его взяли? Да я просто работала в библиотеке. Кстати, поразительная вещь. Мне порой казалось, что у него так много перекликается с самозванцами. Даже я думала, что Рогозин — это юношеский псевдоним Говорова. Забавно. Мне, чтобы это понять, потребовалось гораздо больше времени. И вы для этого шли к Говору? Вы шли к Говору, чтобы рассказать о псевдониме? Да, что-то в этом роде. О, как вы кашляете, нехорошо. У вас есть какая-нибудь малина, зверобой, чтобы вам чаю с чем-нибудь попить, а? Слушайте, здесь холодно ли, мне кажется? Да нет, здесь нормально. Позвольте. Это хороший способ. Мне нравится. У вас озноб. У вас температура очень высокая. Да не, ерунда. Господи, да что же это с вами? Померьте мне еще раз температуру. Иду. Привет. Привет. А который час сейчас? 12:30. Да ты что? Ну? Рома, я все рассказала Сереже. Так, подожди, кто у нас Сережа? Он не будет нам мешать. И чем он может нам помешать?
Я не понимаю, ты что, шутил? Нет. А что я говорил? Мужа к черту, Юльку к маме, сама к тебе. Вот я здесь. Ром, ну это не смешно, я одобреюсь когда-нибудь. У тебя станок где? Доброе утро. Панин Дмитрий. Писатель. Деда. Я работаю. Ой. Что там? Ой. Что с тобой? Ой. Что, Леночка, что такое? Деда, плохо что-то. Подожди. Что-то плохо, деда. Ой, дай мне лекарство какое. А где у нас лекарство? Да на кухне, выдвижно. Где выдвижно? Да, в буфете. Ой. Где? Где? Деда там. Сейчас, дорогая, сейчас. Так, какие лекарства-то надо? Ёлки-палки.